Всем привет! Сегодня у меня такой новый проект. Будем делать стол. Это у нас ясень, доска, толщина 40, длина 1,50 м. Ну и что я в этом видео хотел бы вам рассказать, как с этой доски снять кору, ну и чтобы не повредить саму доску, и чтобы был красивый край, бо нам нужны красивые края, поскольку мы будем этот стол заливать эпоксидной смолой. Будет река такая по центру. И края все будут видны. Ну, обрезать мы не будем доску. А вот так просто зальем. Будет такие два слэба. И по центре река из эпоксидки. Итак, давайте начнем. Давайте поэтапно посмотрим, как я буду это делать. Итак, друзья, первый этап мы окончили. Это прошли стамеска и сняли кору, да? Но другой этап у нас будет идти совсем по-другому. Мы для этого нужно взять болгар и на болгарку такой круг по металлу. Я сначала думал, что это будет очень сильно, почнет царапать дерево, но как оказалось, это то, что надо. Я думал сначала взять вот такой круг, это круг пирани называется, с такой толстой лёски, ну типа лёски, но как оказалось, он ничего не помогает. Вот так, сейчас будем идти этим кругом и увидим, насколько это быстро происходит. И самое главное, чтобы не то, что быстро, а чтобы было красиво. Так, с зачисткой кругом по металлу мы закончили. Другой этап у нас будет, мы ставим на болгарку вот такую насадку. На нее прикрепляем наждачку номер 240. И проходим край уже, где мы сделали полосы этим кругом. И наждачкой поправляем все и выравниваем. Что, поехали.
Итак, этот слеп у нас почти готов. Кору сняли. Прошелся наждачкой. Ну, сначала кругом, как вы видели, потом наждачкой. Сначала 120-й наждачкой. А в конце уже 400-й. Все очень гладко. Вот так красиво получилось. Ну что, друзья, если вам интересно, далее как мы будем делать стол из слэбов, заливать эпоксидкой, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать, как я буду делать, заливать смолой, какой смолой. Всем пока!